Это программа «День города». Здравствуйте, в студии Дина Исляева. В начале главной темы выпуска. Экологическая катастрофа в Рязанском микрорайоне. Что стало с прудом у 11-й больницы, в которой слили кипяток? Пробки и высокая цена за проезд. Мнение рязанцев о первом платном участке дороги в Соколовке. Грандиозное шоу. После многолетнего ремонта открылся рязанский цирк. Экологическая катастрофа в микрорайоне Дашково-Песочни. В пруд у 11-й больницы слили кипяток. Жители не знают, кто и зачем это делает, однако это уже не первый случай в году. Валерий Седов с места событий. Видеозапись появилась в сети в воскресенье 16 сентября. Видно, что от пруда серой шейки в воздух поднимаются клубы пара. Оператор комментирует, что такое происходит уже не в первый раз. Видеоролик опубликовал местный житель. Он рыбак, который приходит сюда практически каждые выходные. По его словам, такое зрелище, к сожалению, уже привычное. За этот год уже это четвертый раз. Три раза летом сливали. И вот сейчас в сентябре четвертый раз. А от этого кипятка умирает очень много рыбы. Последний раз вот было в середине августа. Просто вот по берегу идешь на рыбалку, видишь, как много очень карася, карпа, плотвы валяется. По словам местных рыбаков, живности в этом пруду умирает много. Дмитрий рассказал, что в середине августа, в период очередного слива кипятка, рыба варилась живьем. Она всплывала на поверхность, и стоило ее слегка задеть, то тело тут же рассыпалось. Пар, исходящий от озера, чаще всего можно было увидеть по утрам. Причины его появления неизвестны. Ручей, который впадал в пруд серой шейки, уже высох. От него остались только влажные следы, которые приводят нас к неприметному серому зданию. Скорее всего, это распределительный тепловой пункт. По словам местных жителей, именно отсюда в пруд и попадает кипяток. Об этом свидетельствует и большая глубокая лужа, вода в которой, несмотря на окружающую температуру, все еще теплая. Другие рыбаки также ссылаются на это здание. С рыбалки, когда возвращался, подошел к местным рыбакам. Они говорят, то, что вот опять из теплосети пришли, вентили открутили, стали кипяток сливать и все. Диспетчер опроверг какую-либо информацию о возможной аварии. Более того, он рассказал, что никаких поломок там не было. Никаких аварий там не происходило ничего. Это у нас информации никакой нет. Это я первый раз о вас слышу вообще. Мнения местных жителей тоже расходятся. Одни говорят, что периодически замечают пар над прудом. Другие же утверждают, что ничего подобного не происходит. Сюда сливают кипяток иногда в этот пруд. Вы такого не замечали, нет? Нет, ни разу не замечал. Не видел. Ну, бывает пар. Когда бывает где-то порыв, вот по Новоселов, то сюда сливается вода. И зимой даже парит то, что она вот горячая. Пруд серой шейки официально появился в ноябре 2017 года. До этого назывался Черезовским. По задумке проектировщиков, это место должно было стать основной точкой отдыха для жителей Дашково-Песочни. При том, как отмечали при переименовании водоема, зимой он не замерзает. Поэтому и стал настоящим домом для кряков. Учитывая появление нового видео, эти фразы приобретают совершенно иной смысл. Вот только откуда взялся кипяток, так и осталось загадкой. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Проваливаются колеса у маршрутных такси. Люди боятся переходить дорогу. От поворота с Черновицкой до первого дома на улице Березовой дорогу не ремонтировали уже полтора года. Единичные заплатки делаются время от времени, но проблемы не решают. Дорога, по которой страшно ездить. На улице Березовой водители снижают скорость, независимо от ограничений, установленных знаками и правилами. На улице Березовой у дома номер один находится конечная остановка 70-й и 71-й маршрутки. Водителям, чтобы до нее доехать, иногда приходится показывать виртуозную вождение. Полоса, ведущая к конечной остановке, находится в разбитом состоянии. Ее просто объезжают по встречке. Аварии и поломки здесь не редкость. Мы-то еще фарвартер знаем, а легковые постоянно колеса бьют машины. Регулярно. Ночью машины провалились, а не только поломки. Машины уходили под асфальт. И ничего не ремонтировалось. Засыпали, приехали, через неделю опять такая же ерунда. Юрий живет на улице Березовой более 30 лет. В последнее время, рассказывает он, здесь даже переходить дорогу стало страшно, а самое ужасное начнется, когда похолодает. Она уже год полтора, наверное, так и мы. И все вот ездят, и все мучаются. Вот так. Больше чего я скажу. Больше... А ходить как по ней? И ходить, вот пешеходная дорожка там тоже не делается, водой затопляется, а зимой не пройдет, не чистится. Этой осенью на Березовой начали заделывать ямы, но до конца работы так и не довели. А это значит, что к следующей весне дорогу разобьют еще больше. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Новые платные дороги появятся в Рязанской области. Сейчас известно, что минимальная плата за поездку составит 12 рублей за километр и 84 за проезд по искусственным сооружениям. Что о расширении платной сети автодорог думают рязанцы и довольны ли они единственной имеющейся платной дорогой в Соколовке, в нашем следующем сюжете.
пробка на несколько километров ежедневно образуется на путепроводе в районе поселка Соколовка. Рязанцы стоят в ней утром с 8 до 10 часов и вечером после работы. Несмотря на то, что на единственном в городе платном участке дороги установлено 5 терминалов для оплаты, машины движутся очень медленно, а огромный поток здесь нет хорошей жизни. Альтернативы у водителей практически нет. Да постоянно в пробках в этих. Вот стоишь, что пока тут проедешь, ждешь. Попадаем прилично, стоим минут по 10, по 20. 5-6 раз в день здесь ездим. Ну, ездим, да, часто. Альтернатива у нас только осталась через Шлаковое, через Куйбышевское шоссе. Здесь больше альтернативы нет. Как обещали то, что откроют этот проезд старый, но как блоки оставили, так они и остались там. Перекрыто все. Но здесь вообще нет альтернативы. Взяли и закрыли, мягко говоря. Был переезд, на нем стояли. А сейчас, теперь так же стоим, только за деньги. Платные дороги скоро появятся и в Рязанской области. Речь идет о дорогах регионального и межмуниципального значения, которые построили и отремонтировали с помощью частных инвесторов. Точно известно, что в их число войдет продолжение северного обхода, который соединят с федеральной трассой М5. Будет проложено более 50 километров дороги. Работы планируют выполнить до 2025 года. Также платной будет магистраль, которая соединит северный обход с Михайловским и Московским шоссе. О других участках пока информации нет. Зато региональное министерство транспорта опубликовало цены на проезд. Минимальная стоимость за 1 километр дороги составит 12 рублей, по искусственным сооружениям – 84 рубля. Максимальные ставки предусмотрены для большегрузов. Для них стоимость проезда будет 38,5 рублей и 269 соответственно. Причем тарифы планируют индексировать ежегодно. Будут ли эти цифры оправданы, сейчас сказать сложно. Зато можно проанализировать ситуацию на путепроводе через железную дорогу. Напомним, что сейчас цена платного переезда составляет 25 рублей наличными и 20 по смарт-карте. Но многим рязанцам она кажется завышенной. Хотелось бы, конечно, дешевле. Очень плохо относимся, только хотя бы рублей 15 бы сделали бы, было вообще бы красиво. Вообще, как бы, думаю, что 10-15 рублей было бы нормально. А 25 рублей за такой маленький участок, это, конечно, я считаю, многовато. Ездил в Крым, там за 90 рублей, за 60 рублей проезжаешь многокилометровое расстояние, а здесь, получается, за 150 метров платишь 25 рублей, конечно, это круто. Высказать свои пожелания о стоимости платных дорог может каждый. В региональном министерстве транспорта их ждут до 19 сентября. Направить обращение можно по факсу 28-10-30 или на электронную почту mintrans@mintrans-rzn.ru. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Крупный пожар произошел в минувшие выходные. У села Ворские Рязанского района загорелись покрышки, оставшиеся от старого автодрома. По неофициальной версии, огонь перекинулся на них, сгоревшей травы. Первые сообщения о пожаре появились еще в начале 5 часов вечера 15 сентября. В диспетчерскую пожарной части позвонили очевидцы. Они сообщили о загорании сухой травы в районе поселка Ворские. Вот только огонь с растительности перекинулся на резиновые покрышки от автотракторной техники. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Над Ворскими поднялось настоящее облако черного дыма. По прибытию на место возгорания пожарное подразделение привлекло дополнительные силы. Всего в ликвидации загорания приняло участие 4 единицы техники и 10 человек личного состава пожарных подразделений. В 19 часов 37 минут горение было ликвидировано. По предварительным данным, территория, на которой произошло возгорание, принадлежит физическому лицу, личность которого устанавливается. По факту пожара сотрудниками территориального подразделения надзорной деятельности проводится проверка. Это не единственный пожар, который произошел за последнюю неделю. Всего зарегистрировано 16 происшествий. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем 50% всех пожаров приходится именно на жилые помещения. Четверть – автотранспорт. Остальное – это объекты торговли, склады и нежилые помещения. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Бег, пресс, прыжки в длину. Свои лучшие спортивные результаты показали студенты медуниверситета. Они сдали внутривузовский этап ГТО. Такие пройдут во всех учебных заведениях. В декабре будет определен самый сильный вуз страны. А тех, кто стремится стать быстрее, выше, сильнее, в нашем следующем сюжете. На старт, внимание, марш! Проект «Отступ зачеток. Знаку отличия ГТО» проводится в России впервые. Сейчас его первый этап – внутривузовский. В Рязанском медуниверситете его участниками стали студенты, занимающиеся спортом и поклонники здорового образа жизни. Для себя, потому что хочется все-таки узнать свои возможности и узнать, на что я способна. Я сдавала вот для поступления ГТО. Я сдала ГТО, получила золотой значок. Но я вот достаточно долго, я полгода готовилась, занималась, чтобы сдавать всякие нормативы. Зачет проходит в нескольких залах одновременно. Пресс, прыжки в длину, отжимания, наклоны из положения стоя. Десятки студентов с разных факультетов пришли, чтобы сдать нормы ГТО. Попробуй себя, оценить свои уровни теоретических
практически физической своей формы. И сделать, может быть, первый и очень важный шаг, значит, на мотивы ГТО, а это неотъемлемое предполагаемое здорового образа жизни. Внутривузовский этап состоит из трех компонентов тестирования. Во время сдачи норматива ГТО оценивается функциональный уровень студентов, уровень физического здоровья, теоретические знания. Всего в проекте по всей России принимает участие более 220 вузов, более 25 тысяч участников. Этот проект проводится впервые, но мы надеемся, что это станет ежегодной традицией и для вуза, и для страны в целом. Завершающим этапом проекта станет Всероссийский фестиваль ГТО. Он пройдет в декабре 2018 года на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета. Главным призом станет большой переходящий кубок, на котором будет выгравировано название вуза-победителя. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Для верующих провели бесплатную экскурсию по местам, связанным с рязанскими новомучениками и исповедниками. Они прошли путь от Казанского женского монастыря до церкви Спаса на Яру в Рязанском Кремле. Что примечательно, провел экскурсию не священнослужитель, а историк. Узнать историю родного края по судьбам исповедников предложили рязанцам. Экскурсия началась у Казанского монастыря на улице Фурманова. Его расцвет пришелся на конец 19 века. На территории стояли многочисленные постройки, например, трапезные и свечной заводик. Здесь жили более 400 послушниц. Однако после смены власти в 1917 году на них начались гонения, а уже через два года храм превратился в первый контрреволюционный лагерь. Именно сюда сгонялись люди, которые были неугодны новой власти, вот, или считались неугодными, скажем так. Вот. Здесь они отбывали различные сроки и трудились на различных исправительно-трудовых работах. В число изгнанниц попала Евдокия Архипова. Монахиня вернулась на родину в Лоховецкий уезд и стала церковной старостой. Но ненадолго. В феврале 1937 года ее расстреляли. Кто-то донес, что вместо служб в храме якобы проходили контрреволюционные собрания. После амнистии девушку причислили к лику новомучеников. Подобная судьба ждала двоюродных братьев Евгения и Александра Климентовских. В 20-е годы они служили в храме входа Господня в Иерусалим. Их проповеди были очень актуальны и выразительны, касались острых социальных проблем. Братьев арестовали по стандартному для той поры поводу – антисоветскому заговору. Осудили на 3 года и выслали в Соловецкий лагерь особого назначения. В это время там пребывало порядка 125 священнослужителей, из них 25 архиереев. То есть, можно сказать, весь цвет русского православия находился в это время в заключении. Вот. Также пострадали вот эти два брата. После отбытия сроков они, соответственно, вернулись в Рязань, но уже каждые там буквально 2-3 года они подвергались, соответственно, гонениям, вот, очередные отсидки, очередные лагеря. В 1927 году из Соловков в Рязань приехал и священник Благовещенского храма, владыка архиепископ Рязанский, Шацкий и Увиналий. Дворянин по происхождению, он более чем на 3000 страниц смог обобщить данные об архиерейских службах в знаменитых монастырях России. К сожалению, труд был утрачен. Славился священник и героическими поступками. Белых священников, так называемых протоиереев, да, вот он постригал, они становились монахами, соответственно, менялось имя. И на какой-то период этот человек, получив уже монашеское имя, он мог скрываться от органов НКВД. В 2000 году он был причислен к лику общероссийских и рязанских святых. Узнать эти и другие факты рязанцы смогли на первой пешей экскурсии по местам, связанным с новомучениками и исповедниками Рязанской области. Она состоялась 15 сентября. Автор Николай Кузнецов планирует сделать их периодическими. О новых датах можно будет узнать на сайте миссионерского отдела Рязанской епархии. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В центре Рязани на площади Победы развернулась ярмарка товаров, привезенных из регионов России и Белоруссии. 75 площадок с разной продукцией. С ассортиментом познакомилась наша съемочная группа. Хлебосольная осень щедро делится своими дарами с рязанцами. На площади перед МКЦ можно найти самую разную продукцию. Особенно многолюдно у прилавков с товарами из Беларуси. Здесь представлены колбасы и другие мясные деликатесы, сыры и мед. У нас своя частная пасека, свой мед. Мы из Беларуси, Витебская область. У нас экологически чистый район. Находимся мы на границе заповедника, заказника Синьша. Так что мед у нас хороший, без всяких добавок. С наступлением осени освежающие напитки уступили место горячему чаю. Вкусный и согревающий, он способен скрасить любое время суток. Чай со всех стран мира купажированы российскими травами, ягодами, листами. Плюс веники травяные, полезные для здоровья. Полынь, зверобой, мята, донник, ромашка, веники, липы, березы, дуб.
Стоит обратить особое внимание на текстиль. Сумки из гобелена, тульский, тамбовский, смоленский, ивановский трикотаж, куртки из Финляндии, одежда из натуральной шерсти, которая станет просто незаменимой, как только деревья скинут свой разноцветный наряд и выпадет первый снег. Шерсть ягненка первого сострига идет 68%, 18% кашемир. Кашемир – это овечья шерсть. За счет того, что идет шерсть ягненка первого сострига, они очень мягкие, не колются и не скатываются. Там идут добавки, технологии, они не скатываются, не садятся. Очень теплые, качественно сделаны, сносу нет. Еще одной изюминкой ярмарки стал стенд с сувенирами из бересты. Часы, солонки, деревянные ложки, массажеры и множество других изделий. Корзину я купила, ложечку, у меня внучок маленький, вот, деревянную. А сейчас приобретаю, вот, я так думаю, солоночку. Я уже спросила, когда они еще, до которого времени они будут работать, он сказал, до субботы. Поэтому я обязательно еще раз буду сюда приходить, посмотрю здесь. Что-нибудь приобрету обязательно еще. Мне прям все здесь нравится. Сладости, кондитерские изделия, украшения, еще множество других товаров можно найти в эти дни на площади Победы. Ярмарка будет работать до 22 сентября. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский государственный цирк открыл двери после реконструкции. Первое представление запомнится рязанцам грандиозным выступлением на манеже и необычным уличным шоу. 3,5 года капитального ремонта, на который было потрачено 627 миллионов рублей. Богато украшенный цирковыми статуями Лыбецкий бульвар. Теперь это одно из красивейших мест в городе, которое привлекает большое количество людей в обычное время. Но 14 сентября – день особенный. На Лыбецком бульваре появился свой цирковой манеж. Здесь дали представление актеры и стулы. Это небольшая подготовка перед грандиозным представлением, которое ожидает зрителей внутри. В самом цирке актеры и актрисы усердно готовятся к программе. Они проверяют свой инвентарь и разминаются. За кулисами жизнь кипит точно так же, как и у входных дверей. Буквально через считанные минуты эти кулисы откроются, и на арену выйдут первые актеры. Ну а пока зрители затаили дыхание в ожидании интересного представления. За барабанами Сергей Просвирнин, ученик Юрия Никулина и обладатель награды «Серебряный клоун» Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. 3,5 года назад он участвовал в программе, которая закрывала цирк на реконструкцию. 14 сентября он, наоборот, открывает его для зрителей. Название новой программы – «Айсберг». Совсем недавно труппа показывала ее жителям Санкт-Петербурга на Фонтанке. Как заметили сами актеры, плохих представлений там нет. И вот долгожданный момент. Красную ленточку перерезали глава Росгорцирка Дмитрий Иванов и директор Рязанского цирка Тамара Бортникова. И после все зрители вошли в новое отреставрированное здание. По словам подрядчика, внутри, как и снаружи, внимание уделили не только внешнему виду, но и техническому оснащению. То, что касается технического оснащения, то хотим заверить вас, что все абсолютно работы и все подразделы проектных и иных технических решений были спроектированы таким образом и прошли Росгосэкспертизу с учетом всех уже современных технологий и новейшего технологического оборудования. Поэтому все эти системы, которых здесь даже и не было инженерных ранее, они сейчас включены в эти разделы, внедрены, спроектированы и уже пусконалажены и опробованы. Особое внимание уделили пожарной сигнализации средством тушения и оповещения. По словам представителей цирка, они не раз советовали с сотрудниками МЧС по этому вопросу. Тамара Бортникова рассказала, что весь цирк можно эвакуировать менее чем за 10 минут. Другая важная сторона – это помещение для животных. Помещение для животных. Для нас это очень важно, потому что к нашим подопечным мы очень трепетно относимся. И то, что сделали проектировщики, то, что сделали строители, согласно нашим рекомендациям, сегодня соответствует всем нормам и требованиям, которые предъявляются по части содержания животных. Международным. Международным, конечно. Это и климат-контроль, места для приготовления пищи, отдельные кухни, холодильные камеры. Впервые за 3,5 года на арене появляются первые актеры. Номера идут практически нон-стоп. Один сменяет другой. Под аплодисменты зрителей под куполом цирка парят гимнасты. Им аккомпанируют как музыка, так и лазеры со светом. В первом шоу зрители увидели жонглеров на мотоциклах, морского льва, канатоходцев и единственный в мире аттракцион с белыми медведями. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Хорошей недели и до встречи в эфире.
Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету: будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад».